Будет. Всего купить, если уж получится там с Макдаком где-то напасть справиться, то почему бы и нет. Скрупчий Макдак, тоже, кстати, как видим, непрост. Марси, конечно, врывается, контролирует, и Близ, даст имеется, Найтстакер прожимает ультимейт, и Кликс погибает. Да, ДБ, конечно, тут попытается помочь своему ультимейту, тут Чайпак подходит, в итоге должны будут забирать еще и под минера. Здесь также, помимо Рейджикс тут своей командой может на самом деле надавить на Разора. Разор пока что не слишком большой, БКБ нет. Магию, например, можно его здесь подбивать. Липучку забрасывает, правда, минер очень как-то напрасно на самом деле прыгает. ДБ нажимает ультимейт, прилетает за Вайпером. Вайпер здесь погибнет. Но перед этим нанесет урон. Хайшин, кстати, с дабл дэмэджем сражается против Марси. Марси забирает. Джуби, кстати, в это время сейчас пока живет, ДК задувает, не хватает урона. И, кстати, на развороте могут на самом деле все-таки еще похвастаться тем, что и ДК могут забрать. Чакрам много урона в итоге. Но Клинк все равно вроде как делать это должен будет быстрее. То есть у него тут есть возможность, грубо говоря, вот такие вот сразу фармить, да, и всякие другие как бы забирать. Получается. Правда, ману он зря, наверное, тратит. Без Серенкерос, так сказать, справится с этими шлипами. В это время у нас с Вайпером справляется в топе. Забирает его ребята из команды Декат. Но Найтсталкер очень быстро принимает. Ну, давали бы ему все-таки, ну, приятно сколько-нибудь. 12 ловкости марно. То есть, вот это по 6 же они дают? Или по... Да, по 6. 12 ловкости. Ну, 12 урона, считай. 12 урона, почти 2 единицы армора. Короче. Можно было неплохо так бустануться. Минер, кстати, попытался запрыгнуть, хотя и без этого мы видим, Марси забирает, заряжается. Тимбер в это время прыгивает в ДК. И ДК, кстати, тут забирает. ДК играет через Мидас, но походу Мидас не знаю, сколько скоро он накопится. Поэтому это Марси. Тимбер в это время выбирается. Пак это какой? И пак это, скорее всего, должно убивать. Хотя, посмотрите, живет, Клинкс приходит, задувает своим Бернинг Бэрриджем, забирает нас Марси после байбека, как еще и разор. Отсюда может не уйти. ДП, мало КП остается, приходит Найтсталкер, но это не ночь, поэтому проблемы. Ночь только сейчас начинается. И в итоге ребята из команды закат. Ну а пока у нас небольшое затишье на карте, друзья, еще стоит напомнить, что сейчас идет уже 142-й день полномасштабного вторжения России в Украину, и МНК совместно с украинским сервисом Donatello собирает средства на помощь вооруженным силам Украины, мирным жителям, страдавшим в результате войны. Чтобы отправить помощь, приходите по ссылке на баннере в описании и воспользуйтесь такой возможностью, при этом комиссия сервиса для таких вещей не взимается. Забирает нас, кстати, сейчас Разора. Разор у нас в итоге, видим, так сказать, включить стрим, посмотреть комментирование матчей, поглядеть, что там происходит. И вообще было классно. Причем реально смотрел ради интереса, потому что играл было безумное количество времени. Сейчас уже делают намного меньше. Так, у нас в это время на драка намечается от команды ЗК. ПТ 2 вышка, и Вайпера в это время как-нибудь забрали. Бегат здесь погибнет от Найтсталкера. ТБ нажимает ультимейт, взрывается на мини. У нас еще когда они бегали в вражеском лесу и не могли дефать свою базу, уже было, знаете, такое предзнаменование того, что в этой карте делать вам нечего больше. И, наверное, пора бы уступить ее команде Закат и продолжить участвовать в следующих матчах против один переигровки и бороться в следующих матчах. Марси в это время обрывается, вскрыш Макдака, Марси погибает без байбека и будет кушаться еще одна Т3 вышка. Ну что ж, на этом, скорее всего, игра в скором времени закончится. Может быть, последняя драка здесь произойдет. Зора здесь забирает, в это время Разор кипкивается просто-напросто. Кстати, Клинком Минер пока что живет, выигрывает время, потом сами выбивает, недолго, Разор его все-таки добирает, Найтсталкер погибает после бая, ну а Клинк в это время, как Тейл Пол, так и стоит. Справляется с ДК.